В Шымкенте начинается кампания по вакцинации, стерилизации и чипированию бродячих животных. По данным Управления сельского хозяйства, в городе больше 20 тысяч бездомных собак и кошек. На сегодняшний день из 140 миллионов тенге 84 миллиона заложено на стерилизацию. Отмечу сразу, что деньги будут выделяться по факту. Если после стерилизации животных деньги остаются, оставшиеся средства будут возвращены. Бездомных животных начнут и чипировать. Процедура проходит быстро и безболезненно. Побочных эффектов, говорят ветеринары, нет. Чип вводится в компьютерную базу. Домашних четвероногих будут чипировать с сентября. В случае потери животного его можно будет найти, просканировать собаку, если она попадет в питомник. Создаваемая база домашних животных, по словам специалистов, будет вестись постоянно. И в случае нарушения условий содержания и учета животных наступит административная ответственность. Почти 90% бродячих животных – это бывшие домашние, либо потерянные, либо животные, которые находятся на самовыгуле. Мы будем вести статистику. Касательно чипирования домашних животных, работа начнется в сентябре 2023 года. Помимо этого будет проводиться вакцинация животных от бешенства. В программу гуманного регулирования численности бродячих животных вошли инициативы по поддержке питомникам. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР.